Приветствую всех на своем канале. Сегодня я хочу предложить вам очень вкусный и полезный завтрак – омлет из моркови. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, ставьте лайки и пишите любые комментарии под видео. Для приготовления нам понадобится 1 большая морковь, 3 яйца, небольшой кусочек сливочного масла, немного сливок или молока, пучок петрушки, соль и сахар по вкусу. Морковь очищаем и нарезаем кубиками. На сковороде растапливаем кусочек сливочного масла. И выкладываем морковь. Немного солим и посыпаем сахаром. Можно добавить 1-2 столовые ложки горячей воды. Обжариваем морковь минуты 2-4. За это время подготавливаем яйца. Разбиваем их в миску. И немного солим. Наливаем немного сливок или молока и вилкой взбиваем их. Выливаем яйца к жареной моркови и жарим омлет. Готовим омлет из расчета 1 столовая ложка моркови на 1 яйцо. Подаем омлет горячим, посыпав зеленью петрушки и черным молотым перцем. Если вам понравилось это видео и рецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите, комментируйте и высказывайте свое мнение. Это очень важно для меня и для продвижения канала. Приятного вам аппетита!